перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. А я это вы в прямом эфире, блядь, маленькие сучки. Салют. Доброе утро. Доброе утро, йоу. Еще есть те, кто не спят здесь, да? Охуенно. Шалом, бро. Шалом, бро. Как ты? Я в порядке, братан. Ты как сам вообще? Привет, как жизнь? Охуенно жизнь, короче. Все, заебись. Как сам? Главное, как сам, братан. You know? Куда двигаешься? Двигаюсь к дому. Иду по району, двигаюсь к дому. Все очень просто. Отлично. Ну и кайф, короче. Посмотри на велосипедистов, если все отлично. Пали на велосипедистов, если все отлично. Ай-ай-ай. Ладно, проезжайте, окей? Все, кайф. Ну и классно, короче. Все, кайф, это главное, мэн. Желаю, чтобы дальше так все было. Ну вот, а я на знаменитом переходе. Знаменитый переход, короче, около Росала, напротив мусоров, короче, 76-й отдел. Росал. Вы где... Что? Вы где катаетесь, мэн? Мы не катаемся, мы так чисто плаваем. Мы плаваем. Вот. Смотри на копов, если тебе уж очень интересно. Вот эти уёбки. Да. Я надеюсь, эти уёбки ничего не сделают мне сейчас. Потому что, ну, я немножко, короче, загружен. Немножко загружен. Но было неприятно, если бы меня сейчас хапали. Нахуй 102-х, нахуй 102-х. Ай. Базаришь, мэн. Нахуй 102-х. Ага. Что, когда треки? Нахуй мусоров, нахуй мусоров. Эй. Нахуй мусоров, нахуй мусоров. Вес не скинул, что ли? Мэн, если бы я постоянно скидывал вес, я бы, наверное, вообще ничего не курил бы. Поэтому нет, не скинул, просто прошел мимо. Я не скинул, просто прошел мимо. Ой. Ну, ни хай мне не сделать все равно. Ой, привет. Нахуй 102-х, нахуй 102-х. На самом деле, я прошел мимо этих ублюдков, охуеть, как загружен. Если бы они меня тормознули, они бы, наверное, охуели. Просто, я не знаю, мне бы все повываливалось бы. Но, слава богу, я иду к дому, все норм. Все норм, да тут уже финишная прямая, ничего не будет со мной уже. Сохрани эфир,
Да хуй его знает, мэн, да нахуя это нужно делать? Это прикол в моменте именно это делать. А может и сохраню в этот раз, даже не знаю. А может нахуй 102-х все-таки, а, парни? Нахуй 102-х, нахуй, а? Привет со Штатов. Оу, щит. Да ладно. С самих Штатов привет? Бля, мэн, охуеть какой гадзем. Спасибо, спасибо. Привет Штатам тоже. Я не могу молчать, я очень вежливый. А, ты слышишь, это негр, мой атомный взрыв. Мы накинем твои суки на клык. Мне похуй на тебя, мне похуй на них. Когда в Донецк? О, нахуй 102-е. Нахуй 102-х, нахуй 102-х. Чуть не остановились, кстати. Вот это был бы угар, если бы они сейчас остановились. И, короче, блядь, произвели бы обыск прямо в прямом эфире. Мне кажется, что это было бы не в мою пользу. Нахуй 102-х, нахуй 102-х. Ай. Угу. Привет от Израиля. От Израиля? Ты как будто от какого-то чувака, которого зовут Израиль. Ну, привет Израилю. Что ли? Что еще сказать? Видел фан-клип «Тяжелый металл»? Да, мэн, видел. Вообще жесть, короче. Даже не знаю, что сказать на этом. Я захожу к себе в лифт, парни. What's up, man? Так, обыск запрещен без понятых. Пусть нахуй идут. Нахуй они и так идут, братан. Я просто сейчас... Я покажу тебе прикол, короче, сейчас я выйду из лифта. Не хочу в лифте все это просто делать. Короче, очень все опасно стало на районе. И не хочется, как бы, не хочется палиться лишний раз. Просто все дерьмо, знаете, где находится? Все дерьмо. Я пришел домой, и я даже не ожидал, что я дойду спокойно, но все дерьмо находится здесь, вот здесь. Будут совместки с Олегом, блядь, будут такие. Что за вопрос, ман? Будут ли совместки с Олегом? Чел, это очень откровенный вопрос. Конечно же, нет. Какие нахуй совместки могут быть с Олегом, мэн? Уже все совместки, которые могли быть, уже есть. Но уже не будет других, как бы, поверь мне. Точно тебе могу сказать, стоп, я могу тебе сказать, что больше не будет совместок с Олегом. Но, нахуй 102-х. Кэш во-первых, он же во-вторых. Эй, нахуй 102-х, нахуй 102-х, мадафака. А, ты будешь перебивать кисть, брачу? Нет, конечно, нахуя мне это делать, поверь? Зачем мне это делать? Зачем? Это же, ну, левая движуха, гнилая движуха. В смысле, блядь? Я чё буду, блядь, перебивать то, что я уже делал? Зачем мне это нужно? Братух... Да не ко мне, отвечаю. Вот, я уже дома, парни, если чё. Я уже дома, у себя дома, блядь, наконец-то. Вот, и ради чего вообще все вот это дерьмо, блядь. Мусора, конечно, блядь, напрягают жестко. Приходится даже вот такие маленькие свертки, блядь, носить, сука, в вот максимально удаленных местах. Блядь. Приходится, бля, вот ёбаная рашка, короче. Это полный пиздец. Моли пробовал. Моли? Моли? Как новый альбом Трэвиса Скотта? Вот, интересный, кстати, вопрос. Новый альбом Трэвиса Скотта. Чуваки, новый альбом Трэвиса Скотта. Ну, так.
Новый альбом Трэвиса Скотта, мы остановились на этом. Ты как Карти. Почему? Почему? У Карти астма, кстати. Слава богу, у меня нет астмы, блядь, так что так не шути, брат. Почему новый альбом Трэвиса Скотта не очень? Потому что, ну, для меня Трэвис Скотт это вообще изначально другой уровень музыки, как бы вообще экспериментальный максимально. Да, альбом экспериментальный, но он слишком, ну, как сказать, ну, ванильный, что ли, блядь. Ну, 30% мне вкатило с альбома, треков 5, короче, мне вкатило. Ну, там всего 17 треков, треков 5 мне вкатило, ну, сами смотрите, как это. Ну, короче, для меня успешный альбом, это когда мне нравится, там, трек за треком, там, грубо говоря. Я про дурь в носке. Что у меня? У меня шишка. Шишка. Шишка в носке. Просто шишка. Маленькая пяточка. Ну, как маленькая. Пяточка. Пяточка. Просто пяточка. 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 Ну, полдня уношу в носке эту пяточку, блядь. Она меня заебала уже. Фу, блядь. Вот. Насчет Трэвиса Скотта. Лучшего трека, как для лифта или галереи. Не знаю, о чем ты. Короче, новый альбом Трэвиса Скотта, он крутой, только... Ну, не для всех, ну не для меня. Для меня 5 треков зашло нормально, вот прямо они волшебные, они магические такие, да, как бы. Но остальное как-то мне очень слишком, слишком, короче, ёбнутая музыка, короче. Не для меня такой сумасшедший солнечный автотюн, это не для меня. Парень, есть пятка? Была, но мы скурили. Эй! Как альбом Виз Халида? Виз Халида, блядь? Или Виз Халифы, может? Или Джак Калиба, блядь? Или что ты имеешь в виду? Я Виз Халифы, кстати, альбом так и не послушал. Слышал синглы только. Оттуда. Но альбом так и не послушал. Знаешь Доуп Ви или слышал про него? Нет, братан, не слышал. Это русский чел или что вообще? Что происходит, мэн? Я не слышал о таком рэпере, короче. Я могу сказать, что просто нахуй 102-х, как бы, и все. Нахуй 102-х, пацаны. Все лучше, чем пиздец от Оксимирона, такая залупень в стиле 2010. Вы видели, да, это, короче, этот клип? Блять, на самом деле я ничего говорить не хочу, ни хорошего, ни плохого про это, короче. Это своя жизнь, свой мир, короче, у людей. Не хочется в это вмешиваться, короче. Пускай, ничего страшного. Ничего страшного. Как тебе альбом молодого Нуди? Так и не послушал альбом молодого Нуди. До сих пор не послушал. Вот, к сожалению. Послушаю еще. Ну, Янг Нуди для меня... Не самый топовый фрешман, так скажу. Вот. Не самый топовый фрешман, как минимум, для меня. Но что-то в этом есть, как бы это круто. Окей. Позор ноль. Янг Нуди, молодой Нуди. Как тебе альбом из Клифа? Уже ж был вопрос, парни. Ну, бля, я говорю, я не послушал еще. Я слышал только синглы. Слышал только синглы. Синглы заебись, короче. Сам альбом не послышал. Не послушал. Ну, мне кажется, заебись альбом будет в любом случае. Виз Халифа это Виз Халифа. Просто вот переоцененные альбомы, такие как там, кто самый? Дензел, подождите, стой. Дензел Кёри альбом слышал? Да, слышал, мне не очень вкатил альбом новый Дензел Кёри. Пару треков только вкатил. Бля, мне на самом деле давно не было, что мне нравятся альбомы прям вот целиком. По-любому там... 2-3 трека максимум, остальное я так чисто, знаете, думаю, блядь, ну нахуя, что это такое? Ну, короче, редко такое бывает, что мне нравится там, ну, больше половины треков с альбома. Как тебе Schoolboy Q? Бля, охуенно вообще, жду от него, жду бомбочку от него вообще. Да, Schoolboy Q это круто, он с того времени, с какого я начал увлекаться прям новой школой лютой. Там 2011 года, да, Schoolboy Q, от него жду бомбы. От него жду бомбы. Так,
Что думаешь о 21 Savage? Ну да, наверное, 21 Savage, что ты имел в виду, по-любому 21 это. It's a trap, man. Это, короче, трэп как стиль жизни. Окей. Да, это трэп. All I do is trap. All I do is trap. Вот это 21 Savage. Это трэп, реально, это трэп, короче, от верхушки донизу. То есть максималочка. Уважаю такое дерьмо. Обожаю такое дерьмо. Вот. То есть, ну, вы понимаете, о чем я. Так. Хочу просто поставить телефон, чтобы он не падал, блядь. Да? Так, вроде норм. Так, вроде норм. Я удивлен, что вы еще не спите, кстати, чуваки. Это круто, что вы не спите. Сразу видно, у кого какой режим, блядь. Режим, походу, не очень. Вообще тяжко в ру-рэпе сейчас. Так, от фараона тоже хуй-то. Мэн, гаддэм. Ну, мэн, гаддэм. Ты чего, мэн? Все так понятно. О чем ты? Парни, не ждите ничего от ру-рэпа вообще. Делайте сами. Делайте сами. Беритесь сами за это. Потому что если вы будете так вот сидеть и ждать, ничего не произойдет. Давайте меняться. Меняйте его сами, блядь, в ру-рэпе, если вы там так уж прям вот хотите это сделать. Давайте. Вы же сами знаете, я судя по комментариям, вы же сами знаете, как надо, блядь, делать. Правильно? Ну, что вам мешает это сделать? Давайте сделать тогда. Делайте и посмотрим, кто хорош, кто плох, что кого, короче. Правильно? У меня 9 утра. Как тебе смог? Смок и перп. Как тебе смок и перп? Ну, если дословно. Как тебе смок и перп, наверное, ты хотел сказать. Охуенно, мне нравится смок и перп. Гонхуд. Как тебе диджей Смоки 666? Мне нравится. Обожаю диджей Смоки. Диджей Смоки один из лучших вообще, кто существует. Ну, по мне, как из диджеев, из музыкальных саунд-продюсеров там и так далее, короче. Могу выделить дохуя новых, конечно. Там Murder Beats, Ронни Джей, ну вы все понимаете, да, но диджей Смоки, да, один из тех, кто соблюдает traditionals, понимаете, да, вот, так, нужен табачок, нужен табачок, так, чтобы не проебывать, диджей Скрю, my nigga, диджей Скрю, Диджей Скрю это вообще это даже не обсуждается. Это один из тех, кто сделал хип-хоп таким, какой он есть сейчас. Без Диджей Скрю не было бы много чего. Не было бы A$AP Rocky, не было бы половины новой школы, не было бы. Ни хрена бы на самом деле не было бы без Диджей Скрю, потому что это революционер, конечно. Это полный пиздец, что произошло в то время. Как бы, ну это для избранных. Кто это понимает. Так, что в Барсе было по опасным моментам? Барсе по опасным моментам? Блять. Даже не знаю, мэн. Ну, были моменты, короче, интересные. Некоторые опасные. Ну, короче, был момент, когда нас, короче, хапнули в метро. Я только приехал в Барсу, это, наверное, пятый день, наверное, или четвертый, ну не суть. Мы поехали, короче, с Олегом на студию, и нас хапнули мусора, короче, в метро. С перехода с одной станции на другую. И для меня, так как я, короче, ну, только приехал, для меня то, что тебя хапают мусора, это уже, короче, стрессовая ситуация была. И я такой думаю, бля, пиздец, нам хана, короче, жесткая. Потому что там у Олежи, короче, там пятеро, что ли, с собой было шишек. Ну и меня удивила просто реакция мусоров, как бы они спросили, есть ли там больше одного грамма марихуаны.
Мы им там спиздели, что типа у нас только 1 грамм марихуаны, там 1 грамм марихуаны. Они такие, нихуя себе. Короче, обшмонали нас и нашли, ну нашли, короче, всю хуйню там, как из-под пленки кодек, знаете, такие, ну типа там вот такая коробочка, и там вот вся хуйня была. Ни хрена нам не сделали, просто забрали дерьмо, и мусор такой еще говорит, типа, да я за вами слежу еще там оттуда, типа, я пес, ёпта, я чувствую по запаху, что это за шишка. Но это потом я уже понял, что он говорил, до этого я вообще не понимал, что он базарит, потому что он базарил по-испански. Ну, короче, никаких проблем не было, они просто забрали у нас став и все, и съебались. Мы поехали обратно, опять взяли став и опять поехали на метро, только уже по другой, короче, ветке. Ну вот это одна из тех ситуаций, которые я запомнил. Это было вот примерно там 3-4 дня, как я приехал в Барсу. И я думаю, нихуя себе, нас хапают в метро. Думаю, нас хапают в метро. Ну нам же пиздец, у нас с собой став, короче, вся хуйня. Нет, нихуя. Этот чувак просто, он понюхал став такой, что-то там, энтьенды, там, да-да-да, что-то спросил у Олега, короче. Он ему ответил, ну он типа спросил, чей это став. Я, короче, охуел, потому что, блядь, я же только приехал из России. Нас хапают, он где-то что-то находит. А они просто забрали став. Сказали, еще пиздатый при этом став, как бы, и все. Вот, я это помню. Самая пиздатая, наверное, история из Барселоны, блядь. Ну, много было таких историй, потому что, ну, нам, чувакам из России, не понять этого, такого отношения. Потому что ты поначалу приезжаешь туда... У тебя, ну, как это сказать, ну, включается вот, короче, вот, у тебя включается режим вот этот, и ты боишься, а потом уже привыкаешь со временем. А, много получаешь за свою музыку, подождите, пацаны. Так вы, наверное, выглядели пиздец палевно, типа рэпер на стену, да, мы выглядели пиздец палевно, а от нас еще воняло, блядь, стафом. Да, поэтому он до нас и доебался. Это, конечно, не секрет. Trap Star, знаешь, он нет, не знаю, что табак перебиваешь. Вы, наверное, выглядели. А, это уже читал, парни. Хорошо. Хорошо. Я это уже читал. Много получаешь за свою музыку, братан. Я за свою музыку получил 150 баксов. Получил за свою музыку, за трек «Быстрая жизнь». Это спасибо всем, кто покупал этот трек в iTunes. Вот, за все время я заработал с него 150 баксов. И все. Ну, сам посчитай. Кроссовки себе купил на них. И все. Я даже никак их больше не потратил. Олег на уровне гроет или так пару кустов? Нормально Олег гроет. Вы охуеете, как он гровит. А, просто он сумму доходов называет, которую пиздец. Чего не спишь или уже проснулся? Не, мам, я еще не сплю. Мне еще предстоит уснуть. Чуть попозже думаю. У меня режим ебанулся, короче, давно уже. Я уже это... Уже попутал в этом вообще во всем. Получается, Олег агроном. Ага. Получается, блядь, да. Вот это нахуй, да. Так, короче, это. Я видел в инсте фотки кустов, они тренированные тащи. Пацаны, я, короче, сейчас отсоединюсь на минутку. Я вернусь, короче, через 3 минуты. Я тут пообщаюсь по телефону и... И вернусь, короче. Вот, буквально через 3 минуты, окей? Давайте.